В Туркестанской области поступило около 300 заявлений на легализацию. Начальник управления административной полиции Департамента полиции по Туркестанской области Алмаз Хан Тастанбеков в ходе брифинга в региональной службе коммуникации рассказал о результатах разовой легализации иностранных автомашин, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года. До 30 июля текущего года на получение государственного регистрационного номера РК по Казахстану поступило 19 231 заявление. Из них зарегистрировано и легализовано 10 615 автотранспортных средств, отказано в легализации 8 616 автотранспортных средств. Согласно постановлению правительства Республики Казахстан, на территории страны зарегистрировано и оформлено 250 иностранных автомобилей, ввезенных как так называемые автоконструкторы, то есть в разобранном виде. В этой связи Алмазхан Тастанбеков пояснил, что в исполнении поручения главы государства полицейские Туркестанской области проводят системную работу для внесения изменений о временной регистрации иномарок. Работа по государственной регистрации автомобилей, ввезенных из стран Евразийского экономического союза и не прошедших легализацию, обязана по истечению указанного срока быть отозвана или пройти первичную регистрацию, то есть введена процедура временного учета сроком на 5 лет. В целом по области поступило 297 обращений, из них временно зарегистрировано 289 автотранспортных средств, временно отказано в регистрации 8 транспортных средств. Призываю жителей региона приобретать легализованные автомобили. В свою очередь, полицейские предупреждают, что в целях недопущения нарушений вопросы соблюдения законности при легализации транспортных средств находятся на строгом контроле. Оружан Жаринбаев, Алмаз Данабекулы, новости.